Хочется всем женщинам, которые ноют, что их постоянно швыряют мужики, что они такие бедные и несчастные. И так у них все не складывается. И хорошего мужика-то нет, понимаешь? Хочется сказать девчонке, дело не в мужиках. Это просто вы ебанутые. Но какие могут быть девчонки, не знаю, 30-35 плюс? На мой взгляд, вот эта фраза «девочки», «девчонки» — это так стрёмно. Девчонки вон, в песочнице играют, а все остальное — это уже не девчонки. Ну да ладно. А в принципе, знаете, если учитывать, вернее, не учитывать то, что она там, про девчонок говорила, в целом я считаю, что она права. Потому что если вокруг воняет дерьмом, то, скорее всего, это ты обкакалась.